Можно же картинку лучше сделать. Ладно, поехали. Я думала, так будет лучше. Оно не лучше. Это видео будет даваться мне тяжело. Поэтому. Поехали. Покупки сайта Shein. Всем привет, меня зовут Настя, и это покупки сайта Shein. В этот раз я заказывала... Подожди, Заюша. Я жвачку вытащу. Так, с уважением, видишь? Я заказывала две толстовки. Первая сейчас на мне офигенная толстовка, просто бомба. А фокус, походу, скачет. Давай, можешь на iPhone снимать, что ли? На этой камере прям хорошая картинка, мне нравится. Так, видишь, там и мой iPhone немножко. Поэтому, да, фокусируйся на мне, давай. Так, поехали. Толстовочка, которая сейчас на мне. Советую, приятная такая. Вот носить буду 100%. Вот, задыр до тоска. Для дома заказывала. Так, по поводу, вот, видишь, начес какой у нее. Терем-перем. Вообще бомба. Теплая, мягкая, уютная, суперская. Мне так она нравится. Просто толстовка мечты. Так, штанцы. Так, ать штанцы, значит. Пожалуйста, не надо там говорить про мою фигуру. Вот я только поела, пока все отснимешь, уже все израсходовалось. Ничего не держится на мне. Так. Вот штанцы. Все. А то я вам модель найму, и все, будете ее обсуждать, а не меня. Задолбали. Так, смотри. И это. Вот здесь такая резиночка. Вообще супер сшита. А если, девочки, XS, у вас там плохо что-то на талии держится, то вот эти штаны вообще бомба. Они прям на талии офигенно сидят. И ничего не топорщится нигде. Прям по фигуре супер. Для худых огонь. Все это в коробке. От. Вот такой вот. Вот такие пакеты. Все так, все красиво упаковано. Прям вау-пау. Это штанишки были Shein Premium. А, значит, и что еще? А, кроссовки я заказывала для отца. Ой. Так, кроссовки так. Я заказывала. Вот, опа. Смотри, кроссовки, значит, тут тебе показываю я. Кроссовки, так, кроссовки. Приходит, вот, значит. Все у них классно. Никаких претензий нету. Обувь китайскую положили. Заказывайте на один размер больше всегда. Всегда. Это закон. Все, как вы видите, они меньше нас. В хорошем состоянии. И что круто. Из-за этого размеры сильно отличаются. Не понимают, что покупаете, мы русские высокие. Скорее всего, кто-то европейцы. Понимаешь, да, Заюш? О чем я? Это кроссовки дизайна у Nike были. Так вот, у Nike. Это Nike разработал данный дизайн кроссовок. Он спустился до рынка. Производители, вот, Shein тоже сделали. Вдохновились дизайном Nike они и слепили из того, что было, прекрасные кроссовки. Устала очень. А что, если начать вам снимать вот такие прекрасные влоги? И мне не получится. Я злая в последнее время. Всех ненавижу. Не могу я вот это. Привет, как дела? Так, поехали дальше. Еще одна толстовка. Вообще не советую. Увидишь, не кидай в корзину никогда. Во-первых, швы не совсем ровные. Во-вторых, качество просто... Цена этой толстовки ниже, но у той толстовки ткань такая неприятная. Прям жесткий полиэстер. Знаете, очень неудобная. Так вот, и... Выглядит как платье, можно носить, на ней нормально такая сделана аппликация наклеенная, она после стирки не будет отваливаться, так что, в принципе, нормально, но я все равно не советую. Не бери эту толстовку, даешь, оставь ее другим, вот, возьми что-нибудь хорошее. И что еще я заказывала? Я заказывала еще платье для бабушкиной сестры, и что, я не могу его показать на себе, но большое. Для размера плюс сайз.
Вот. Заюш, ну это платье для взрослой женщины заказали. Не суди строго. Все супер прошито. Опа, видишь? Большое. Не для меня. Ну, ткань супер. Пошив супер. Вообще все офигенное. Очень круто. И по качеству хорошее. Вот и такое кино мы сняли. Все, представляешь, какое короткое видео получилось. Вот, а хотелось побольше. Но ты подписывайся на мой канал, там побольше всяких роликов. Там я побольше болтаю. Рассказываю, что могу. Нет у меня сил это красивую картинку вам делать. Не получается. Блин. Все, кино сняли. Сейчас отправлю китайцам. Фух. Блять, со стола. Фух, пошла бы. Подписывайся на мой канал, на мою группу ВКонтакте, на мой телеграм-канал за ссылкой в Инстаграм. Все, я все тебе сказала. Всех люблю, целую, пью вас.